Добрый день, с вами канал Малорама. Сегодня у нас 8-я серия сериала «Моя сладкая ложь». Неожиданное предложение Ниджата для Суны. Прочитав желание с упавшего фонарика, Ниджат растерян. Он не знает, как теперь вести себя с Суной. Найдя в кабинете свой фонарик, Суна поймет, почему Ниджат так странно себя ведет. Ниджат узнал, что Суна влюблена в него. Теперь Суна не знает, как смотреть в лицо Ниджату. Но Ниджат приглашает ее на ужин. На ужине Ниджат сделает Суне неожиданное предложение. Ответ Суны на это неожиданное предложение поднимет их отношения на совсем другой уровень. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!